Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем во Wrestlemania. Нажимайте, чтобы проводить легкие атаки. Ага, мы против скалы. Смахивайте вправо, чтобы проводить сильные атаки. Ух, отлично. Нажимайте и держите, чтобы ставить блок. Ага, вот так вот. Нажимайте и держите, а потом отпустите, чтобы пойти в натиск. Ничего себе. Отлично. Чтобы накапливать особую энергию, атакуйте противника. Понял? Поехали, ребятули. Тыч. Так, вот это в блок у нас здесь. Слушайте, надо будет, наверное, мне кнопки здесь подрасставить. Нажмите, чтобы выполнить особый прием. Ну-ка. Опа. Джон Чена. Ну, как всегда, в своем репертуаре. Воу! Неплохо. Попытка туши. Все? Чина выиграл? Ну... Неплохо. Награды за матч. Сюжетный что-то соточка, 40 бакинских и 25 опыта. Продолжить, конечно же. Чтобы получить шанс выиграть награду за ранг, выполняйте как можно больше заданий на время. Даже так. Первый сезон, выпуск 1 из 2. Ага, мы получили 98 бакинских и 10 слитков. Золото причем, ребят. Новый выпуск. Открыт. Ух ты. Вот вам золото, чтобы купить сундук с добычей. Спасибо. Золотые слитки нужны для покупки прибавок, сундуков с добычей и других предметов. Дается за завершение определенных выпусков и событий. Так. Ну, я уже это понял. Я забираю. Так, в любом месте. Нажмите в любом месте. Все, нажал. Так, сундук для новичка. То есть мне нужно купить. И мне что-нибудь... Powerhouse. Showman. Showman. Бравлер. Язык сломаешь. Так, ну я понял, понял. Сундук для новичка, я купил. Можно теперь его проведите. Что нам написано было по экрану, чтобы открыть сундук? Я понял. Сюда, я его бросил куда-то там. Нажмите, чтобы остановить. Кого я там получил-то? Да уйди ты отсюда. Ну ядрен батоны. AJ Styles. Мне открылся, 74-й, я так понимаю, у него рейтинг. И одна звезда, то есть сосунок. Отлично, к вашей команде присоединилась замечательная суперзвезда. Вот вам бонусный сундук. Давай, 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 сундуки я обожаю. Так, ага, еще давай откроем. То есть мы сейчас набираем с вами команду, я так понимаю. Я бы, знаете, кого хотел бы? Андертайкера, вот серьезно вам говорю, я вообще... Балдею от него. Ну, кто? Ну, да ядрить тебя на корень. Сет Роллинс. У него еще... Так, а вот смотрите, здесь у каждого свои эти параметры. Так, Кевин Оуэнс. Хм, ну, кликаю я на него, и что? Начать. Так, погнали, ребятушки. Будем веселиться. Ну, а вы, в свою очередь, ребята, если понравилось, лайкосик, поддержите меня. Ух ты! Отлично. Точно, ребятули, надо... Ха-ха-ха, тихо, 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 тихо. Оп, оп, опа, я его перехватил. Слушайте, надо будет, наверное, ребята, мне... Потом действительно кнопки переделать. Потому что, ну, лучше играть... Опа, нифига он мне пропечатал. Слушай, шикарно. Давай-ка я вот так вот попробую сделать. Подловил говнючка. Опа. Фига я у него там здоровье отобрал. Ты успокойся, бродяга. Успокойся, сказал. А если я вот так тебе сделаю? Шикандос, просто шикандос, ребята. Так, что я должен сделать? Нажми на синее. Вау, я его урыл. Отлично, ребятули. Моя победа.
Ну что может быть слаще? Да ничего. Награды за матч продолжить, конечно же. Слушай, а мне нравится игра. Довольно неплохая. Так, WrestleMania. Так, пройден, да, сосунок? Кто это у нас такой? Big E. Что-то я такого, честно говоря, не помню, ребят. Ладно, теперь я буду играть за Роллинса. У него, кстати, смотрите, какая-то... Мы с ним одинаковые имеем скиллы, по ходу дела, я так понимаю. Штанга, может быть, мы типа будем поднимать его? В общем, посмотрим сейчас. Ай, я же хотел кнопки поменять. Ладно, сделаем еще один бой. Хотя я могу... Тут пауза-то есть, интересно, или нет? Нет тут никакой нафиг паузы. Особые приемы можно сбивать перевертышами. Это что еще за перевертыши? Ага, ваш противник пытается провести особый прием. Ваш собственный особый прием достаточно силен, чтобы помешать ему перевертышам. Оу. Вы поняли, ребятули? Перевертыши тут еще какие-то есть. Так что не все еще потеряно. На, на. Урыл я его сейчас. Отходим, 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 отходим. Получи, получи, получи. И теперь свайп, свайп. Свайп, говорю. Отходим, отходим, отходим. На тебе. Отлично. Так, давай-ка вот так попробуем. Опа. Шубабалуба. Е. Так, ловим, ловим, ребята, ловим здесь. Ать, не получилось. Ну-ка, нифига там, попробуй-ка. Тихо, а если я... Особый прием остановлен. Вот, значит, как он сделал, да? Ну? Добивочный Готовченко. Да, ребятули, у него сил нету, попытка туше и все. Роллинс, ну ты малорик. Малорик, малорик, да-да-да-да-да. Гордись. Слушайте, я так понимаю, своих персонажей здесь наверняка можно будет прокачивать. И это будет тогда вообще круто, понимаете, круто. То есть у него одна звезда, потом получается у него две будет, потом три. Я на это надеюсь, по крайней мере. Первый сезон завершен, мы с вами получаем какие-то коробочки, непонятно чего. Новый сезон второй начался у нас. Это экран моей суперзвезды. Здесь можно осматривать и улучшать своих суперзвезд. Оу! Нажми на суперзвезду, которую хотели бы улучшить. Хм, ну давай-ка я, наверное, AJ Styles'а попробую. Что я могу ему сделать? Это что такое? Ну, например. Повышение уровня. 110 бакинских я плачу. Ага, ага, у него рейд растет. ХП выросла. Атака подросла. И левел второй он получает. Угу. Так, стартовый пакет. Все, я понял. Мне это не нужно. Так, и у нас, ребята, тут разные режимы. Ждите скоро, Mayhem, да? А этот, этот, наверное, пока еще... А, завершено. Звезды, да? Так, а что вот это у нас такое? Звезда ринга. Что? Может быть, нахлобучить мне его хорошенечко, а? Ребятулик, что скажете? Я думаю, пора, наверное, всыпать этому малышу. Так, начать. Можно с собой в команду, я как понимаю, брать до 5 бойцов. Вы видите, прекрасно. И смотрите, классы противников. Здесь вот есть определенные классы. Ну, так, секунду. Каждый класс имеет преимущество перед одним из других классов. Вот как это все выглядит. То есть, ну, запомнить тяжело, конечно, но надо иметь это в виду. Поехали, начнем, посмотрим, ребята, кто у нас тут. Кофи. Ну что, Кофи, он сильнее меня будет. Но мы... Но мы не сдадимся. Мы не сдадимся. Когда-нибудь мы сдавались? Нет, ребятушки. Поэтому будем наказывать. Жестоко наказывать. Поехали. Блин, я все... Кнопки, все собираюсь, собираюсь. И, походу, дело... Так, отходим, отходим. Ну, поехали. Отходим, отходим, отходим. Тихо, не получилось. Зажимаем, ребята, зажимаем, пускай подойдет ко мне. Ох ты! Он там выеживается еще мне. Ты что? Это что такое сейчас было? Хо-хо-хо! Ничего себе он меня подловил. Ну ты, парнище, ты... Припух, я смотрю, ты совсем уже, а? Давай так, оп, не поймал. Да ядрить тебе на корень! Я думал, он промахнулся. Конечно, промахнулся. Да, довольная рожа такая у него, блин. Да что ты будешь делать-то?
Блин, зараза, ребят, пол хп у меня осталось, офигеть. Почему так мощно? Ну как ты можешь меня ловить, сопляк? Ребят, я, по-моему, зря сюда пошел. Вот серьезно говорю. Взрычал мне. Он из меня сейчас отбивную просто сделает. Он меня подлавливает. Я не знаю, как он так умудряется. Я промахнулся. Давай его. А вот так вот. Неужели я его подловил? Неужели? Зашибись, ты видел? Ты видел? А как мне перевертыш сделать? Да вставай ты. Тьфу ты. Последний шанс, и то не воспользовался. Не, ребят, по-моему, здесь я еще, ну, слабоват для, для таких вот. Не сдавайся, реанимируйте и улучшите свою суперзвезду. Это все понятно, конечно, я буду реанимировать, я буду это. Но я вначале пойду на такие бои для новичков. Посмотрим, что я могу вам предложить. Одноразовое предложение. Невероятная ценность. Получить еще золото. Нет, не надо мне еще золото. Не, ребят, ну, серьезно, здесь, по-моему... Так, зайду-ка в магазин, гляну. У меня нету золота вообще. Так, а это что у нас такое? Получить. Угу. Так, дальше что у нас тут? Женщины, женщины, ребята, конечно же. Как же без женщин? Они должны быть... Здесь обязательно... Подожди, обязательно. Так, надо будет подключиться. И графику сделать вот так вот. Хайд. Расширение. Какое расширение? Давай соточку влепим. Экономим батареи. Выключим. Так, музыку. Музыку все оставим. И подключимся. Так, ну что, ребятулечки, я свой аккаунт привязал. Давай теперь, наверное, домой пойдем. Продолжить новое. Дорога во Wrestlemania. Это все понятно. Календарь. Получить все. Все забираем. Абсолютно все. Ох, смотрите, ребят, я графику сделал на максималку. Как-то оно все почетче и даже получше, я бы сказал, стало. Получить, сканировать игрушку. Ух ты, тут еще даже игрушки какие-то есть, вы прикиньте. Так, специальное предложение, это все понятно. Ну что, я думаю, пойдем, наверное, драться. Игра с соперником. Так, а как у нас тут можно найти в сундуке? Как? Я уже забыл, блин, как у нас тут драться-то? Сюжет, да, конечно же, нет. Блин, вы хотите сказать, что это в обязательном порядке мне, что ли, вот сюда идти? Альянс, добыча, события. Игра с соперником. Сражайся с другими игроками, понял. Это хорошо, что так можно будет. Блин, ребятули, я что-то не могу понять. А как получить сейчас? Нет, мне не нужно получать сейчас. И... Да, мне, походу, придется вот с этим... Травма, ты прикинь, у меня травма оказывается. Блин, давайте реанимируем вашу суперзвезду. Лечение. Ну давай, использовать. Ваша суперзвезда готова вернуться на ринг. Это хорошо, это меня радует. Слушай, ну, у него, ребята, здоровье тратится, то есть не восстанавливается. Поехали, все, сейчас я ему такую трепку устрою, а? Этому говнюку мелкому. Будет знать. Так, я готов. О, хорошо, я ему сейчас... Да? Ну, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, мы промазали. Ха-ха, я его подловил. Ну, есть. Есть. Получил сопляжуй. А если я? А, вот так вот, вот так вот. Давай так сделаем. По красоте. Опа, перевертыш, ребята, был. Зашибись. У него, главное, срабатывает, а у меня дудки. Ну уж нет. Тоже в блок встал, да? А я вот так вот сделаю. Блин, он мне взял, сбил. Прикинь, суперудар. А так? Ловим, 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 ловим. Да никак не... Ну не может же он дрить тебе на корень. Перевертыша, как... Как он это делает, сопляк этот? Вот как он это умудряется сделать? Я вот тут отвернусь сейчас. Все, я понял, ребят. Тут надо все это успевать. Нет, надо... Что это? Что, это что такое? Что я должен здесь делать? Тьфу ты! Я не знал, что так надо делать. Так что нечего тут издеваться. Ну? Ну, надеюсь, перевертыша не будет. Нет. Есть, ребятулечки! Роллинс
ты крут! Как я его подловил, а, ребят? В самую последнюю секунду я его так зажарил, а? Да-да-да-да, Роллинс, да-да, ты победитель. Ты достойный. И довольно неплохо у нас получилось. Так, награды за матч, хорошо, отлично. Я еще, ребят, какое-то достижение получил. Слушай, ну игруль-то вроде бы неплоха, да? Что вы скажете по этому поводу? Жду ваших, ребятушки, комментариев. Так, что это такое у нас? Забрать... Так, награда за путь. Это что такое? Я не пойму. Как это? Напиток, что ли? Ага, беги. Беги. А как мне вот этих, ребят, лечение? Что требуется для того, чтобы вылечить? Ага. Так, у меня ничего нет. У меня вот этот вот есть маленький. Использовать. И вот сюда вот. Использовать. Суперзвезда полностью здорова. Ага, я понял. Так, что у нас тут? Получить все. Один слиточек. Ладно, сгодится, хоть и один слиточек. Ну что, давайте дальше. У нас путь. Путь не сладкий. Путь не легкий. Так, кто-то у нас такой. Как бы узнать, что он, ребята, может? Так, улучшение, прибавка. Что за прибавка? У меня пока ничего здесь нет. Никакой прибавки. И быть не может улучшения. Могу. Могу, ребятушки, по-моему, улучшить. 110 бакинских у меня хватает. Где мои бабки вообще? Где мои деньги? Я не вижу. Так, 108. Блин, не хватает. Ну, ладно, давай так сделаем. Потратим. Вау. Так. Уровень 2, ребята, мы зарабатываем с вами, да? По красоте. По красоте. Ну что, Роллинс у нас рулит. Поехали! Кстати, у меня, по-моему, силенок побольше будет. Там такая вот шкала была, ребят, на ней показывалось. Кто сильнее? По-моему, я сильнее буду. Хорошо, хорошо. Тихо. Раскрылся. Раскрылся, придурок. Блин, да... Стул! Ну, вжарь ему. Да куда ты что-то там... Воу! Ядрить, макарить! Вот это было солидно. Слушай, мы критуем довольно неплохо. Свайпик, 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 свайпик. Стулом. Давай, давай, запрыгивай. А, вот так ты делаешь? Ёлки-палки. Ой, парнишка, я тебе не завидую, Биг. И. На, получил. Ой, ребята, у него тоже... Блин, подловил он меня. Где перевертыш? Почему-то мне не дали возможность использовать перевертыша. У него рейдж какой-то, ребята, активировался. Что за рейдж? Ох, ох, ох. А вот смотрите, мы можем здесь что-то такое сделать. Опа. Смотри. Ну. Ядрить, макарить. Вот это солидно было. Только попробуй встать. Только попробуй встать. Е. Слушай, ну этот парень мне нравится. А вы представляете, что будет дальше? Ой, боюсь, не представляете. А дальше будет вообще просто смак. Будут очень много рестлеров, естественно. Нам нужно будет прокачивать всех. Так, ну что же, соточка. А что будет, если мы с вами наберем награда за повышение уровня? Мы с вами получили левел 2, 500 бакинских. Вот, хилку мы заработали. И какую-то штуку. Это среднее повышение уровня и используется для улучшения суперзвезд. Спасибо большое, это, я думаю, мне пригодится. Забираем вот эту вот штуку. Награда за путь. И кто у нас тут? Ксавьер Вудс. Ксавьер Вудс, да, значит. Слушай, я вот не знаю, может быть, нам пока не тратить вот эти вот улучшалочки, а? Они нам, наверное, пригодятся в дальнейшем. Вот единственное, что я хочу сделать, это, знаете что, ребята, это расставить кнопочки. С вашего позволения, я, наверное, так и сделаю. Ну что, ребятушки, я расставил кнопочки, остается только лишь проверить, как это все будет у нас в игре выглядеть. Так, во, Стайлс, да, значит, короче, поехали против Вудса. Убираем мышку подальше и начинаем расколбас. Главное не попутать легкую атаку с тяжелой. Так, 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 так. Слушай, ну... Да что ты делаешь-то, дурилка? Понял. Что так? Что это тут мне затрубил? Трубач.
солидно получилось. Йо-хоу! Слушай, ну, ребята, вот как переставил, сразу устало вообще... Тихо, а перевертыш-то? Намного лучше, ребят, когда на кнопках, на клаве сделаешь. Ой, а тут-то как делать? Понял. На любую кнопку можно было нажимать, я этого не знал. Ядрить тебя, макарить! Погнали! Давай-ка вот так сделаем. Я думаю, ему не повезет. Тыдыч! Смак! Увидели, когда он перчатки объединил? Получилось. Завалил я чувачка. Когда он перчатки соединил, у него там рисунок был прикольный. Ну что же, вполне справедливенько. Победа достойная, она заслуживает похвалы. Слушайте, ну вот кнопки расставил, вообще шикарно идет. Так, у нас эта дорожка была какая-то коротенькая. Первый выпуск завершен. Ох, наполучали мы с вами добычи. Открыт выпуск 2. Награды. Так, награды. Давай я заберу награды. Погоди-ка. Нет, подожди. Мы вернемся. 100%. А, это, наверное, просто показывает, что мы вообще можем. Или нет. Ну да. Добыча наша вот здесь находится. Открыть. Ой-ой-ой-ой, можем сейчас... А, нет, я уже думал, сейчас показывали. Ладно, давай посмотрим, кто нам выпадет. Интересно, тут дубли могут выпасть или нет? Хочу женского пола. Да ядрить тебя на корень, ну не хотел я этого, блин. 57-й ранг. Да. Как-то... А это у нас что такое? Ага, давай откроем. Мейхем, забрасываем. Мы почему-то забрасываем, главное, в сейф куда-то. Ну, какой... Да почему же вот... Да почему не везет мне такая? Ребятушки, ну почему мне не везет? Так, суперзвезды. Новая. Да я понял, что это новая, но мне как-то ты... Почтовый ящик, что там опять? Получить. Ну давай, спасибо. Так, нам нужно дальше, по идее, двигаться. Давайте еще, наверное, с вами... найдем. А так, суперзвезды. Рок, ну прикольно смотрится. Напоминает мне, знаете кого, этого из Mortal Kombat. Как он в очках-то? Забыл уже, всех позабывал. Так, сюжет, конечно же, сюжет. Тут завершено. Ага, у нас это история. Так, 100%. Всего матчи 3, тут 4 матча. А как мне начать? У вас в команде есть свободное место. Понял, нажмите, чтобы добавить. Ну, придется добавить. Еще, чтобы сменить текущую ячейку, нужно нажимать на ячейку, расположенную внизу. Вот так вот, что ли? Начать. Внимание, рекомендуемый рейтинг 224. Текущий рейтинг 214. Общий рейтинг вашей команды ниже, чем рекомендуется. Пора улучшить ваших суперзвезд. Это специально. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Улучшить. Чина 80-го. Ну, у меня, в принципе, есть браток такой тоже. Не слабенький, но я все-таки улучшу. Воу! Воу! Смотри, 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 что мы можем здесь сделать. Кстати, нам не вот это надо, а вот это применять сюда, видите? Видите значок? И здесь такой же значок. Верно? Верно, верно, только вот у меня с бакинскими проблем большая. Воу, воу, 88. Здоровится, атака. И прям уже четвертый уровень он стал. По красоте. А, вот эту, почему? А, ну у меня денег. Денег нету, а где же тут можно, ребятушки, контрактики-то нам? Предметы. Нет доступных предметов, да? А, тут еще и скины. Предосмотр. Воу, ха-ха, круто. Предосмотр. Ядрить. Вот чем-то на Андертайкера похож. Так, ну ладно, у нас вот этот вот доступен, поэтому мы его и вставляем. Ну что, поехали, поехали. Начинаем мы с вами с Джона Чины. И... вперед. Конечно же, начать. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, мы здесь с вами выживем. Ха-ха-ха. Я готов.
Ты чё там радуешься? Я не понял. Он уже... Так. Погоди, парень. Да ядрить. Ну-ка, ловим. Опа. Ты видел, что было? Ты чё делаешь, парень? Да почему не получилось-то? Почему не получилось? Фак. Блин. Вот я серьезно вам говорю, ребят, я не ожидал, что меня Чина так быстро порвет. Вот серьезно вам говорю. Значит, он у меня сейчас будет в реанимации валяться. Хорошо, я беру вот этого. Я надеюсь, он меня не подведет. Погнали. Парень, тебе не забровать. Сейчас мой пузан тебе навешает хороших звездюлей. Я надеюсь. Я хочу, чтобы он навешал хороших звездюлей. Ну? Что ты делаешь? Что ты чудишь-то, парнишка? Но почему, ребята, мне не дают перевертыши? Я не понимаю. Почему он не срабатывает? Воу, подловил его, подловил. Наконец-то. Солидно. Вот это я же говорю, ему толстячок накумарит не по-детски. Блин, подловил меня, гаденыш. Гаденыш подловил меня. Так. Да нет, 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 нет. Давай, давай. О, подловил, все. Ему хана. И да. Ломаем, ломаем его. Да. Солидно. У него такие мышцы, ребят, как будто из дерева выточены. Продолжить, конечно же, продолжить. Так, кто там у нас следующий? Фига, у него татуха на руке, смотрите, прикольная. Кто это такой-то вообще? Так, Чина, ты отдыхаешь? Опять кофе? А можно вот с Кейна? Я хочу с Кейном подраться. Ребят, я, по-моему, погорячился с Кейном-то. У него повышенная атака, посмотри. Тут на равных. Так, срочно лечимся. Залечим, попробуем залечить. Ой, как мало нам это дает. Хорошо, а если вот сюда? Использовать. Залечились, отлично, шоколадно. Давай так сделаем. Все, ну, теперь должны мы, наверное, Кейна порвать. Ух, какой он, блин, же злобный, жесткий. Он такой, знаешь, в душу смотрит. Поехали. Вроде кнопки-то расставил, но все равно, ребят, как-то немножко непривычно. Я по поводу суперударов не могу немножко понять. Ага. Перевертыша не будет, надеюсь я? А как? Все. Да, я не знаю, а как там такие кнопки-то делать? Нет, 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 нет. Не должны мы ему позволить использовать свой суперудар. Перевертыша не надо. Хе-хе-хе. Прям в чайник всхлопотал. Понятно. Я вижу, вижу, вижу. Было больно. Погнали, 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 погнали. На. Да ну ты. Писюн. Опа. Оказывается, ребятули, перевертыш не обязательно должен показываться. Понятно. Собака с запозданием, с большим. А ну-ка еще ловим. Ловим, ловим. Да как ты мог? А, нет, все нормально, ребят. Я думал, что он избежал атаки, но нет. Нет, мы его... урыли. По красоте. Ну, разве я не красавчик? Ну, конечно, красавчик, ребят, ну... Ну, сам-то деле. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, мы с вами на этом сегодня закончим. Я надеюсь, вам понравился и видосик, и игрулечка сама. Я, естественно, от вас жду комментов по поводу этой игры. По-моему, достойная, мне кажется, и по графике, и сюжет вроде есть. Так что, ребятулечки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.